Домой бутерброд. Вообще. Вот так вот, ребята, всем пожелала приятного аппетита, а тут кошка сейчас ест мой бутерброд. Ну ешь уже, ешь. А знаете все почему? А потому что они не хотят рыбу есть. Вот так вот. Поэтому хулиганят всякие, понимаешь? Ника. Так ты ешь уже тогда масло? На. Только не говори, что ты сейчас не будешь. Не, нормально вообще? Вот так вот. Да.